моя, где праздничный кофе в постель? Милая, ты что делаешь? Готовлюсь к 23-му, мать твою, февраля. Так кардинально? Тебя же достали носки, трусы, дезодоранты. Тебе подавай настоящий мужицкий праздник. Но может... Не может! Бойся желаний, ибо исполняются. Сегодня у нас пейнтбол, полигон, стрельба из пулемета, мужицкий марш-бросок на 25 км. Твою ж дивизию, не слишком круто? Ты солдат или девочка? Солдат, мэм! Вот и славно. А в конце меня ждет праздничный секс на баррикадах? Секса не будет. Солдаты не трахаются, они родину защищают. Да, блин, даже не знаю, что самое страшное в праздничной программе. Самое страшное будет 8 марта. И я жду ответного хода. Ты на лысо, а мне что, к 8-му сиськи отрастить? Ну, это как пожелаешь.